fine, I don't care. Thank you. Очень страшно. Очень испугалась я лично, когда русские пришли проверять. Я думала, нас расстреляют. Мы просто боялись уезжать, потому что постоянно стреляли. Постоянно. Ну, как бы с первого дня это все. Было страшно, когда в наш дом попали. Это было страшно. Как мы понимали, что их уже прогоняют, но просто когда уже пришла армия, я поняла, что да, у нас освободили. Это, конечно, счастье нет предела. Я просто молюсь Богу, чтобы это все скорее закончилось, и они не вернулись. Очень страшно, что если вернуться, просто страшно. И страшно не за себя даже так, а когда у тебя ребенок на руках, это дикий страх, непрекращающийся.